Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня зовут Сережа. И наконец-то мы с тобой можем поиграть в Callisto Protocol. Точнее, The Callisto Protocol. Или за протокол Callisto, что-то такое. Короче, ну не суть. Протокол Калитка. Суть в чем? Вначале я не хотел в нее играть, еще когда она только вышла, потому что оптимизация говна. Сейчас вроде как оптимизировали, накатили патчи, полную русскую озвучку выкатили. Так что давай в нее поиграем. Минимальный. Ну, средний. Окей. А вот, тут вроде как есть это ж, ну, вроде как игра сюжетная на прохождение, есть компания. Так что давай-ка посмотрим. Что это вообще такое? Многие говорят, похоже на этот Мертвый космос, этот Dead Space. Но протокол Калитка — это не Dead Space все-таки. Так что будем сейчас с тобой смотреть, оценивать и пройдем игрушечку. Потому что я давно хотел в нее поиграть. Вот, а еще и русская озвучка вышла, так это. Ой, вообще космос. А ты, кстати, вот ты лайк-то поставь-то. И комментарий вот мне было бы хорошо. Ну и колокольчик, чтобы видосики не пропускать, да. Угу. Так. Выглядит игра хорошо. Я так понимаю, это будущее. Не прям чтобы далекое, но будущее, да? Это главный герой? Я думал, главный герой мужчина у нас, нет? Это вроде девушка. Ой, здравствуйте. Да, тут будут скримеры, обсираловка. Это 100%. Насколько много, не знаю, но должно быть. Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили дерзкую атаку под предводительством пресловутой Дэнни Накамура. Ну, хватит. Нас работа ждет. Отряд Калисто сунул мою кахарон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, ангар. Берем курс к станции Европа. Озвучка хорошая. Скажешь что-то или так и будешь весь щелкать? Я смотрел вообще-то. Закрыли тему, Макс. Это последний рейс. И что я должен сказать? Может, спасибо? Как закончим, можем не работать до конца жизни. Все-то у тебя схвачено. Так и есть. Да брось, что за фигня? А? Туда и обратно с Калисто на Европу. И столько мер безопасности? Это же тюрьма, Макс. Безопасность для них важна. Ну а нападение? Как ты их объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Явно ерунда. Но все же стоит проверить. Не стоит так париться. Поживешь дальше. Мы перевозим заключенных? Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Слушай. Иди проверить. Да иду я. Ну, по кадрам все хорошо. 60 плюс стабильных. Пофиксили, оптимизировали. Так, давай немножко мы настроим с тобой звук. Звук. Диалоги. Громкость диалогов 100. Вот громкость музыки давай чуть потише. Вот так. И громкость эффектов 70. А диалоги мы наоборот на 100 оставим. Ой, нет, в смысле, в пыл. Громкость диалогов 100. Можно выключить диалоги. Зачем? Субтитры давай я включу тебе. Вот, чтобы они тоже были. Ну, мало ли, кому-то удобнее субтитры перечитывать. Че? Каюты наши, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, игра обещает быть очень хорошей. Так что жду от тебя, вот, ну, царский лайк. Ты что, нормально сложить не мог?
Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Остальное что? Есть как-то понять, куда идти? Кстати, очень похож движок на Мертвый космос, на самом деле. То, что оп-оп-оп, передвигается такой. О, блядь. Нахера так делать? А что ты там? Падла. А что ты пялишься там? Нужно и с другой стороны глянуть. Так, идем, глянем. Что за гнетущая музыка? Мне не нравится, не надо. А тут что-то не работает. Макс, ебаный в рот. Что там? Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, походу. Ладно, так быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. А, это они пристыковались, вырыли и пиздец, да? Нихера себе. Ты понял, что произошло? Тупо это, на абордаж пошли. Обыскать все. Оно где-то здесь. Ах вы гады. Что они ищут? Поглощающее поле еще действует. Ненадолго. Че? Что им нужно? Я откуда знаю. Есть что? Пока нет. Время на исходе. Какое время? Че они куда торопятся? Что происходит? Ой-ой-ой, тише. Ай! Они идут сюда! Открой! Что будешь делать? То, что нужно. О! Ты что творишь? Нет! Черт! Ё-моё! Держись! Я сейчас! Давай-давай-давай, погнал! Давай-давай! Тревога, утечка атмосферы. Давай, нормально, сейчас посадим. Сейчас. Ну я как бы стараюсь. Бля, сейчас въебало прилетит. Нет, не прилетело. Быстрее! Ну я пытаюсь. Тревога. Давай, Джейкоб, да ёб твою, там эта херня отрывается. Гравитационное поле притягивает нас! Ну а я тебе что сделаю, блядь? Ты видишь, я пытаюсь. Я очень пытаюсь, честное слово. Я прям... Я стараюсь. Пожалуйста. Блядь. Ну, ёб твою... Ну, там пиздец уже, мне кажется. Передай мне управление полетом. Сделано. Так. Мы в дерьме, Джейкоб. Да я... Мы в огне. Тревога. Судно у Юка Харон, возвращаемся на Калиста. Запрашиваем разрешение на возврат. Разрешение отказано, Харон. Повторный допуск запрещен. Ну идите нахуй. Извините, но выбора нет. Дело дрянь. Усиление на антигравы. Они уже на пределе. Мы не справимся. Нет, справимся. О, а я управляю, я не уверен, кстати. Готовься к удару. Ну, вроде приземлились. Ай, ухо чешется. Да, действительно, смотри, мы на земле. Мы приземлились. В принципе, все не так плохо. Можем даже подышать носиком. Немножечко. Мы справились. А Калиста — это планета-тюрьма. Я правильно понимаю? Говорил, не париться. Да, и там типа уже в мясо. 100%. О, ну почти, Макс? Да? Макс сделал шмякс, мне что-то так кажется. Держись, бро, я ща. Джейкоб. Ты почему не послушал? Ой, Максимка, больно, да, наверное? Ну же,
Ну. О, черт. Нет. Блин. А, и эти еще щемут сюда, да? А, это не охрана какая-то или что это? Обнаружено одно живое существо. Продолжаю поиск. Здрасте. Служба охраны тюрьмы! Вы пилот? Ну, да. Как видно. А он? Он мертв. Тогда второй не нужен. Ладно, давай тебя вытащим. Было бы славно. В декларации указано, что вывезли груз из ангара. Наемники — редкость в этих краях. Я просто работал. А то я не знаю. Роботы очень первый серьезно выглядят. Корабль. На борт проникли... Пусти меня! Она! Она! Это она! Эй! Остынь, грузовоз! Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Да, сэр. Как прикажете. Взять его. А за шо? Что творишь? Осторожней своей, блядь, железной лапой. Каллисто протокол. Или как говорится, да, протокол, калитка. Что-то ждет нас с тобой, что-то очень интересное. Я прям предвкушал поиграть в эту игру. Потому что я все три части Dead Space прошел в свое время, а это вот что-то прям такое футуризм, похожее, скажем так, по атмосфере так точно, мне кажется. Че уставилось? Тихо. Сука. Как же я устал от этого дерьма. Так, заключенные не говорят, пока к ним не обратятся. Это ошибка. Я Джейкоб Ли, я не заключенный. Ты заключенный. 532-521. А ко мне обращайся, капитан Феррис. Что? Нет, нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Это она разбила мой корабль и убила второго мне пилота. Не плевать. Приказ начальника. О, помяни черта. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент, в это место. Место, в котором вам предназначено быть. Чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Я начальник Коул. И вместе мы найдем эту цель. Ну, походу, это планета тюрьма. Приветствую в черной жести. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Приехали, встать. Заключенный. Я отдал прямой приказ. Это ошибка. Мне тут не место. Слушай, ты знал, что Каллисто называют мертвым спутником? Мертвым. И ты был бы таким же после крушения, если бы не я. Но черт, все остальные и так считают тебя мертвым. Пора двигаться дальше. Ведь ты на пороге нового мира. А за что меня, блядь? Моего мира. Нет. Хватит цепляться за прошлую жизнь. Ее нет. Отпусти ее. А твоя новая жизнь целиком в моих руках. Так восстань, мертвец! Что за перчатка такая? Ладно. Бери ее. Пошли. Ну, я так понимаю, лет 200 точно вперед у нас, да? Потому что вот эти роботы очень-очень умные. Исправительное учреждение OUK. Немедленно пройдите в комнату учета. Ладно. Эй, остановитесь! Да за шо? Эй, стойте! Стойте! Нет!
Не надо! А что это такое? Заключенный 532-521. Я доктор Кейтлин Маллер, и вам имплантируют устройство МОР. В соответствии со статьей 412 УК ОЮК. Но, доктор, его нет в системе, мы не знаем... Готовьте устройство. Что за... И всем насрать, что я просто пилот, или что? Стой! Ты же враз, блядь! Ага, стой! Я собираюсь исполнить свой врачебный... Маты. Старайтесь не двигаться, иначе будет хуже. Иди нахуй! Озвучка огонь! Неприятно, наверное. Туда идем, блядь. Остановка сердца. О, блядь. Инъектор. ХПшечка наша, я так понимаю, да? Зелененькая, значит хорошо, а красненькая, значит плохо. Логично. Ржан, давай заебал. На работу пора. Ага, это нам снится, это все ясно. Смотрите камеру. 532-521. Ну пиздец. Хоть покакать можно. А помыться где? О, что? Это же это. Да за ж. Бля, лысого. Постригли. Всем охранникам прибыть в главный корпус. Это не учебная тревога. Прошу. Ага. Пизда какая-то, да, произошла? Сохраняйте спокойствие. Бояться нечего. Бип. Что за черт? Что-то не так. О, просто открыто. Так, что за бип? Система безопасности отключена. Оставайтесь. По-моему, как-то так не должно быть, да? О, боже. Обнаружен сбой. Какой сбой? Тревога. Заперто. Понял. Тревога. Извините, уважаемые, а вы не подскажете, что происходит? Вот так вот на превьюшку. А на превьюшку там много моментов будет на самом деле. Может, его достанем, поможем, нет? Тревога. Хотя что-то как будто ему прям совсем плохо. Отключена. Оставайтесь в камерах. А, да, оставаться. Все остались в камерах, я понял. Тревога. Эй, мужик, сюда! Да-да. Это я шо. Братан, что тут творится? Да я сам без понятия. Мой корабль разбился, меня бросили сюда. Проснулся, а тут это... Ну-ка, постой. Ты что, тот новенький пилот? Слушай, я тут полжизни сижу, все здесь знаю. Знаю, как сбежать. Помоги мне выбраться, и я помогу тебе. Используй это, чтобы попасть в диспетчерскую и открыть мою камеру. Давай, поможем. Меня Элиас зовут. Джейкоб. Не потеряй ее. Может жизнь спасти. Спасибо. Не вздумай меня кинуть. Так, а это какая камера? Как его, как понять-то, как открыть? В диспетчерскую. Тюремный блок, служебный туннель. Так, хорошо. Хорошо. Блядь, а как нам его камеру открыть потом? Служебный блок. Тюремный блок. А, вон диспетчерская, да? Ага, вон челики. Вижу. Так, ну тут хер пройдешь, я так понимаю. Пока очень прям атмосферка прям кайфовая.
у игры. Шо, открывай. Ну нахуй. Мужичок, а? Блять, да ты за шо? Блять, да за шо? А? Да? Е-е-е-е-е. А де? А? На нахуй. На, блядь. Ух ты, ёб твою мяско. На, блядь. На. Стой, погоди. Ага, ты так и погодил, да. Ты прям жестко погодил. Иди, погоди там, подожди, я потом попозже зайду. Угу. Это что такое? Ты что, блядь, такое? Ай! Давай научимся уклоняться. Ага, понял. Понял. Это еще что за хуйня? Не знаю. Боевка интересная, слушай, я прям вот прям с такой я не сталкивался. А где наш кореш? Вон он. Вроде готово. Все, в расчете, братишка. Может, с ним встретимся, пойдем? Это он? А, это заново перематывается. Я смотрю, думаю, что-то, блядь, было такое, кажется, еще нет. Так, уклонение от рукопашных атак. Удерживайте кнопку А или Д до атаки врага, чтобы уклониться от нее. У вас не будет времени на подготовку, просто удержите кнопку А или Д, нажатой до удара врага. Чтобы уклониться от серии рукопашных атак, удержите кнопку А, затем переключитесь на кнопку Д и удержите ее до атаки врага, чередуя таким образом А и Д. Никогда... Не уклоняйтесь в одном направлении более одного раза, иначе не удастся выполнить последнего из движений. Окей. Блин, хайпово. Кто стреляет, блядь? Так, нам надо за нашим другом. Я буду звать его Олег. Олег! Олег! Джейкоб, сюда! Ворота заклинило, консоль сдохла. Я там кое-что видел. Оно напало на меня, это не человек. О чем это я ты? Я знаю, что видел. Слушай, это место с ума сводит, но у нас есть шанс. Да я тут день всего. Это лишь повод свалить. Видишь ту вышку? Да. Встретимся там, иди к ней. Как? Лифт там, езжай наверх. Я свяжусь с тобой. Понял. Окей. Подожди, а тут... Обнаружен сбой. О! Тревога. Нельзя тогда... О! Так. О! На, сука. На, блядь. Так. Е-е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 ! Очень сложно, блядь, пока понять, как драться. Пока непонятно. А после победы над врагом нажмите пробел, чтобы внуть его тело и получить предмет. Соберите их. О, окей. Исцеляющий гель. Тап, инвентарь. Или я типа исцелился? Я не понимаю. Непонятно. Джейкоб, слышишь меня? Здорово, заебал. Да. Но как? Я активировал двухстороннюю коммуникацию в твоем импланте.
За столько лет в тюрьме чему-то ты научишься. Вижу, ты нашел подъемник. Езжай вниз и найди лифт на том уровне. Ок. Отреагировали на крушение судна у шлюзового КПП. Местность оцеплена по распоряжению начальника. Доступ разрешен лишь команде Малер. Не думал, что буду тосковать по старой начальнице. Она хотя бы следовала уставу. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Нажмите кнопку Page Down, чтобы выбрать меню на личные данные. Используйте клавишу стрелками для выбора категории личные данные и записи. Чтобы посмотреть выбранные личные данные. Ага, окей. Ну, типа вот эти, да? Капитан, неизвестно, неизвестно. Аудиозапись одна. И ключ какой-то. Вспышка инфекции. Груз. Понял. Так, блин, а это очень классно. Давайте-ка здесь остановимся. И продолжим в следующей серии. А ты, естественно, поставь обязательно лайк. Напиши комментарий, как тебе игра в целом. Похоже ли она на Dead Space, по-твоему? Колокольчик не забудь. Колокольчик. У нас же и стримы бывают, ролики каждый день. А тут пропустишь и пипец. Колокольчик поставь. И увидимся в следующих роликах. Всех обнял, припотел, покружил на место. Поставил. Всем пока.